Всем привет, второй день у нас сегодня попыток подружиться с лошадкой. Сейчас не стал пробовать ее, как вчера, петлей на воротах, потому что нам ее было бы уже надо не поймать второй раз. Пробовал ее тут с помощью палки накинуть, в общем, накинул чуть-чуть. Приостановилась, душиться не думает она, не хочет уже. Вчера она душилась, сегодня так настороженно относится. Но совсем другая лошадь. Там все-таки, короче, клочочек она вырвала. Намокает шкуры, разолен волшебным, побрызгаем. Заживет, так вроде ее не беспокоит ранка. Да, Яра? Как-то вот так вот ворон у меня там на изготовке. Тут ножик на изготовке. Тут вот у нас хлебушек и узду надо одеть. В планах у нас. Сейчас еще подружимся, посидим. Уже, наверное, минут 20 сидим. Все равно боится еще. Как-то вот так вот пока все дело идет у нас. Ничего страшного, видишь? Ничего страшного нету. Ничего нету страшного. Ну, все, все, хорошо. Хорошо, не боишься? Чего, ранка болит? Вылечим, вылечим ранку, что ты? Ну, вылечим. Началось у нас кино с категории 18+. Начали мы все-таки выделываться под конец. Я думал, уже все смирилось. Нифига. Начала тут плясать. Я вокруг столба бегаю. Что она поняла, что задними ногами можно меня гонять. Ну и все. Как итог, начинаем хрипеть. Да, Блиса прибежала посмотреть. Но уздечку-то мы сегодня все равно оденем. Хотел еще на улицу вывести, но не знаю. Наверное, на уздечке остановимся, что уже скоро сумерки начнутся. А у меня ворон раньше в темную сарайку не хотел ни в какую заходить по первости. Ну вот так вот этот процесс идет. Ну все, второй этап подготовки к обучению у нас завершился, да? Все, сумасшедшая лошадка, уздечку одели. Нормально привыкнет. На затылке только получается, на максимально это у меня. Еще бы чуть-чуть бы там подтянуть. А то как раз на зубы, да? Сейчас посмотрим, еще, может быть, отрегулируем. Ну вот. Сейчас еще так постоит. На улицу не буду все-таки сегодня выводить. Следующий день выведем, может, с утра, чтобы как можно подольше походило. Сегодня мы с удавкой дружим. Да, Яра? Вывел, в общем, я ее привязал спокойно. Пошел за камерой. И она давай у нас тут с ума сходить. Носиться. Все, застряла? Зацепилась? Вожжиной. Ой, дурочка, ой, дурочка. Ну, как-то так. Решили мы за день, короче, побольше
потренироваться сразу. Вот так вроде смирилась с уздечкой. Думаю, дай попробуем, выведем. Вот и вывели. Главное, короче, мне теперь не застрять, если она еще попытается забег совершить. Да? Яра. А, Яра. Ну, стоять. Ну, стоять. Стоять, стоять, стоять. Это ты просто без меня такая сумасшедшая была, да? Да, 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 да. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Нет? Более-менее второй день у нас после... Ну, вчера мы гонялись, сегодня более-менее дружно живем. Как-то вот так вот успехи, в общем. Скоро можно уже ездить. Да.
Стой! Иди! Эх, веревка у нас стала короткая, за колесо она зацеплялась. Все, стой! Сейчас перекину и дальше будем бегать. Иди! Давай, 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 бегай, 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 бегай. Че, научишься? Научится. Что, думала все так хорошо, да? Думала хорошо, и вот он, ворон рядом, айда. Айда, 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 айда. Айда. Все, душиться не хочет. Уже с минимум усилий удается ее вывести. Все, набегалась? Труть стой! Все, успокоилась. Ну что, Яра, еще будешь попытку совершать, убегать или нет? Или все, успокоилась? Эй, успокоилась? Иди! 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 Цепляется за колесо! А так все хорошо! Иди! Иди! Иди, Ашва! Все, набегалась. Говорит, не хочу. Ладно. Для второго дня хорошо. Я считаю, и так пойдет. Трыть стоять! Трыть стоять! Все, стой! Стой, маши всем пока, говори. Чуть за ногу не завязался. Ну все, всем пока. Кому интересно было продолжение, вот такое. Второй урок.